O femeie din Zaporojie încearcă pe toate căile posibile să-și susțină morala apropiației rămași în Mariupol. Nu i-a văzut mai mult de 8 zile. Iulia Caraulan se află la aproximativ 150 de kilometri de Mariupol, unde au rămas soțul și fiica de 10 ani. Sunt departe și nu știu cât vor mai supraviețui fără apă, hrană sau medicamente, a declarat femeia într-o convorbire cu trimisul nostru special în Ucraina. Когда началась война, я была в командировке за пределами Украины, и я не успела вернуться. Когда я вернулась, мой город Мариуполь, в котором сейчас моя семья, уже был окружен и сейчас находится в блокаде российских войск. Со 2 марта не было связи. Со 2 марта со мной никто не выходил на связь, и все эти 7 дней я не знала, что с ними. А сегодня в городе получилось как-то частично наладить мобильную связь, и у мужа получилось мне дозвониться. Он хотя бы сказал, что они живы и надеются, что скоро мы снова будем вместе. Mama Iuliei, medic-pediatru de profesie, se află și ea într-un subsol din Mariupol. Femeia zice că situația se agravează. Sunt mulți copii, e frig și nu mai au ce mânca. Она говорит, что они держатся, но очень сложно, потому что нет медикаментов, и там есть врачи, но если кому-то плохо, то помочь крайне трудно в этих условиях. Они все говорят, что нужно как можно скорее вывести туда людей, потому что люди в таких условиях, что они просто умирают. А Мариуполь – это полумиллионный город, то есть там сейчас в заложниках ситуации оказалось 500 000 людей. И я даже не представляю, не могу думать, что вообще начнется в городе. Юлия спера, că într-o bună zi războiul se va termina și va putea să-și revadă familia. Я до последнего не верила, что она может начаться. Никто из моих близких, друзей, никто не верил. И то, что сейчас происходит, это просто как страшный сон, от которого постоянно хочется проснуться. Каждый раз я ложусь спать и говорю себе, что завтра я проснусь и увижу свою доченьку, свою семью, что все это мне просто приснилось. Но я просыпаюсь, этот кошмар продолжается снова и снова. Orașul Mariupol a fost deconectat de la apă, de la căldură, iar hrana și provizii medicale sunt de negăsit. Potrivit primarului Vadim Boicenko, numărul celor omorâți a ajuns la ordinul miilor și nimeni nu poate ieși să-i recupereze.